Экстраординарный профессор Казанского университета Иван Симонов, 225-летие со дня рождения которого отмечается 1 июля 2019 года, был участником первой русской антарктической экспедиции под руководством Беллинсгаузена и Лазарева на шлюпках «Восток» и «Мирный». Экспедиция подошла к материку, покрытому льдами, 28 января 1820 года. Этот день считается датой открытия шестого континента – Антарктиды. Единственным ученым в экспедиции, который отправился на поиски материка, был Симонов. Планировал, что она будет международной, потому что в составе этих кораблей, были приглашены европейские ученые-натуралисты, географы, зоологи, ботаники. Почти вся жизнь Симонова связана с Казанским университетом, куда он поступил в 15 лет. В 18 лет талантливый юноша был утвержден в звании магистра математических наук. Иван Симонов одним из первых в России решил посвятить себя астрономии. Он разработал методику морских астрономических наблюдений Солнца в зените и конструкцию отражательного прибора. В 1814 году Симонов получил должность экстраординарного профессора. Иван Симонов был деканом отделения физико-математических наук, директором астрономической и магнитной обсерватории, проректором, а затем ректором, сменив на этом посту Лобачевского. Кроме того, он определил координаты российских городов и заложил основы астронома-геодезии в Казанском университете. Память об Иване Симонове до сих пор живет в стенах университета. 1 июля в 10 часов 30 минут на территории Кизического монастыря города Казани, недалеко от ДК химиков, произойдет церемония возложения цветов сотрудникам университета, студентами, посвященная юбилею Симонова в том месте, в месте предполагаемого захоронения. Чтобы нам, сотрудникам Казанского университета, студентам, дать уважение этому человеку, который был выдающийся ученый, один из первооткрывателей Антарктиды и ректор Казанского университета. После возвращения с этого мероприятия в 11:30 в зале Музея истории Казанского университета состоятся две лекции, посвященные Ивану Симонову. Кроме того, напомним, что КФУ принимает участие в наземной оптической поддержке космического аппарата «Спектр-РГ», запуск которого был ранее анонсирован на конец июня. «Спектр-РГ» — российский проект с германским участием, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Астрономы КФУ будут с Земли с помощью телескопа РТТ-150, установленного в Турции, находить зафиксированные обсерватории космические объекты в оптическом диапазоне и детально исследовать самые интересные, как когда-то это делал их предшественник Иван Симонов. Камиль Гемоздинов, Александр Юдин, Универньюз.